Власти Украины обвиняют российских военных в масштабных разрушениях городов у линии фронта в Донбассе. По словам президента Владимира Зеленского, в результате обстрелов разрушен Бахмут. Город, который называют сейчас самой горячей точкой войны, из-за которой, по оценкам обеих сторон, в последние недели ведутся особенно ожесточенные бои. Фронтовая ситуация остается очень сложной на ключевых направлениях в Донбассе. Бахмут, Солидар, Марьинка, Кременная. На земле в этих районах уже давно не осталось живых. Места, не пострадавшего от снарядов и огня. Оккупанты фактически сравняли с землей Бахмут, еще один донбасский город, который российская армия превратила в обгоревшие руины. Российское командование заявляло на этой неделе об успешном наступлении на Бахмут. В сводках Генштаба ВСУ говорилось об отбитых атаках противника. Вашингтонский институт изучения войны настаивает на том, что захватить город Россия сможет лишь ценой очень крупных потерь.